школа – это мастерская, где формируется мысль подрастающего поколения. Надо крепко держать ее в руках, если не хочешь выпустить из рук будущее. Не жарким солнышком согреты, леса еще листвой одеты. У первоклассников букеты, день хоть и грустный и веселый, грустишь ты, до свидания, лето, и радуешься, здравствуй, школа. Школа номер 15 – моя школа. Именно здесь мне помогли стать тем, кем я являюсь сейчас. Уютный уголок, где так тепло и комфортно. Ну, как дома, наверное, что ли. Приходишь, а здесь тебе рады и ждут. И все сразу так? Так, как надо. У нас самые лучшие учителя и самая лучшая школа. Наша школа – одна из самых активных школ всего Приднестровья. Школа номер 15 – действительно необычная школа. Учесть только тот факт, что за последний учебный год мы организовали более 30 школьных мероприятий, приняли участие в более 150 конкурсах и заняли 130 призовых мест городского, республиканского, международного уровня. Не секрет, что сегодня наше учебное заведение является самой активной школой. Учащиеся и педагоги принимают участие в многочисленных мероприятиях на самом высоком уровне. Международные форумы в Москве, «Мир. Территория без наркотиков. 25 лет вместе с Россией». Детские саммиты, «Наша сила в единстве. Волонтеры – это мы». Православная молодежь. Мы неоднократно принимали участие в молодежном международном форуме «Селигер». В Белорусском молодежном фестивале «Дружба», в нашей копилке также Всемирный фестиваль молодежи в городе Сочи. Международный форум «Русский мир». Мы – ежегодные участники республиканского интеллектуально-спортивного чемпионата «Исток» в городе Рыбнице. С туристических слетов как для учащихся, так и для учителей наша школа традиционно возвращается только с призовыми местами. Наши педагоги активно участвуют в городских и республиканских конкурсах, семинарах. Республиканские конкурсы «Учитель в информационном обществе», «Золотой фонд системы образования ПМР», «России. Верные сыны», «Театр глазами молодых», «Педагог года». Занимаем призовые места на конференции «Ярмарка педагогических идей». Сегодня школе нужны педагоги-новаторы, педагоги-исследователи. Мы обобщаем и распространяем передовой педагогический опыт на мероприятиях городского и республиканского уровня. Издаем брошюры, публикуем материал в сборниках. Наши педагоги неоднократно участвовали в проекте «Молодежное правительство», являлись победителями престижного конкурса «Человек года». Это наши первые шаги в науку. Но кто знает, может, для кого-то из нас это определение будущей профессии. Для нас это прежде всего развитие творческих способностей, интеллекта и мышления. Умение приобретать новые знания. Это возможность опробовать свои силы в новом деле. Это возможность заявить о себе. И заранее обеспечить поступление в ВУЗ. Нам есть кого брать пример. Выпускники нашей школы Виктор Скворцов и Карвашков Алексей являются спортсменами международного уровня. Нас вдохновляет успех Виктора Алексея. Мы постараемся достичь таких же высот. На базе школы работают кружки и секции. Отряд барабанщиц, туристический клуб «Зубр», вокальная группа. В школе создан экологический отряд «Росток». Отряды юных инспекторов движения «Гаишник», отряд ЮПП «Идущие вместе», интеллектуальный клуб «Эрудит». Сегодня школа номер 15 действительно является воспитательным центром не только города, но и республики. Здесь сохраняются не только традиции прежней воспитательной системы, но и придумываются новые оригинальные формы и методы, такие как молодежный клуб «Лидер», детская общественная организация «Огоньки Приднестровья». Этот опыт в своем роде уникален, он единственный в республике. Молодежный клуб «Лидер» создан в 2002 году. К 2006 году вышел на городской уровень, объединив уже старшеклассников всех школ города. Активисты клуба «Лидер» – инициаторы многих уникальных проектов. Одним из самых ярких и на сегодняшний день является День дублеров государственной администрации нашего города, где ребята имеют возможность увидеть управление городом изнутри, посмотреть стили руководства, методы и формы наших управленцев, а главное – принять самим участие в развитии и управлении нашего города. По мнению кураторов,
мнения детей иногда бывают гораздо более конструктивнее, чем взгляд руководителя, у которого сложились определенные стереотипы в работе. Многие ребята, принимавшие участие в Дне дублера и после окончания школы, активно включаются в общественную жизнь города и республики. Многие выбрали профессию управленца. В школе действует и детская общественная организация «Наши огоньки Приднестровья», созданная тоже в 2002 году. Ну и сегодня в ее ряды вступают наши пятиклассники. Для наших детей носить красно-зеленый галстук и быть огоньком Приднестровья – высокая честь. Ребята занимаются поисковой деятельностью, краеведческой работой, ухаживают за памятниками, не забывают про ветеранов. Такие простые, понятные, естественные и доступные формы работы наших организаций дают отличное патриотическое воспитание и формируют человека с гражданской позицией. В этом и состоит уникальная особенность воспитательной системы нашей школы – найти, объединить и направить в требуемое русло на пользу людям, обществу, энергию молодых и неравнодушных наших учеников, нашего подрастающего поколения. Патриотическое воспитание – неотъемлемая составляющая гармонично развитой личности. Через любовь к родине, к школе, к дому мы стараемся пробудить в каждом ученике самые важные качества – уважение, сострадание, доброты. Свою работу мы строим на сотрудничестве с обществом защитников Приднестровья, воинов-афганцев, Бендерским отделением Черноморского казачьего округа. Благодаря этой дружбе в школе проводится множество мероприятий. Наши ребята активно и успешно принимают участие в различных конкурсах патриотической направленности. В школе открыт историко-краеведческий музей, музей молдавской культуры, действует детская организация «Огоньки Приднестровья». Каждый ребенок в нашей школе чувствует себя значимым, пропускает через сердце историю родной школы, края. Этот интерес и забота в дальнейшем перерастают в любовь к родине, государству, к обществу, пробуждает потребность быть нужным, полезным своей стране и людям в целом. В 2002 году на базе Бендерская средняя общеобразовательная школа номер 15 был создан клуб «Молодой учитель». Создателем клуба стала Татьяна Сергеевна Невская, директор 15-й школы. А с 2004 года клуб «Молодой учитель» выходит на городской уровень. Основной задачей клуба стало помочь молодому специалисту закрепиться, адаптироваться на рабочем месте, повысить его интеллектуальный и профессиональный уровень. Клуб «Молодой учитель» дарит уникальную возможность участия в различных значимых конкурсах и мероприятиях на школьном, городском и республиканском уровнях. Городской фестиваль «Педагогический дебют», спортивно-интеллектуальный квест «Форт Кавказ», «Мир моих увлечений» и многое другое. Для педагога с небольшим стажем это возможность показать себя, свой профессионализм, возможность получить признание, почувствовать радость от новых побед. Это возможность обмена опытом с коллегами, знакомства, впечатления. На счету нашей школы множество ярких побед, и мы гордимся этим. Мы пришли в школу еще юными и совсем неопытными учителями, но мы прекрасно понимали, что от наших личных качеств, от нашего профессионализма зависит будущее наших учеников и будущее нашего государства. В этой школе я работаю с 1983 года. За это время я научилась многому. И меня учат этому же мои ученики. Эти ученики мои не дают возможности просто отдыхать. Каждый раз они требуют веселых, хороших, интересных уроков. Поэтому подготовка идет большая. Школа для меня – это второй дом. Потому что в этой школе, в этом доме я нахожусь большую часть своей жизни. С
Самое главное для меня – дать точку опоры ученику. И тогда у нас все получится, и мы достигнем те результаты, которые нам нужны. В этом мы надеемся и убеждены. Неразрывна связь поколений, и уже выпускники школы продолжают дело своих наставников, создают наше богатство, духовный и интеллектуальный потенциал Приднестровья. Свое призвание. Для меня это школа. Это то место, где я могу передать свою огромную любовь к детям, то, чем живу сама. Каждое утро, спеша на работу, я ощущаю себя в беззаботном детстве, в юности. Я искренне благодарна моим учителям за то, что дали не только нам знания, но стали нам верными друзьями, надежными товарищами, коллегами и мудрыми наставниками. Исторически так сложилось, что в нашей школе постоянно присутствует кто-то из Сорокиных. Бабушка участвовала в строительстве школы, папа был одним из первых выпускников, брат также был выпускником, мама преподавала математику, и теперь здесь я. Кажется, у 15-й школы просто нет выхода. Со дня основания школы и по сегодняшний день рядом с нами наши самые надежные помощники, базовые предприятия, наши шефы, завод «Прибор», закрытое акционерное общество «Мясокомбинат», комбинат крахмалопродуктов, автоколонна АК-2836. С 2012 года ряды наших шефов пополнил бендерский хлеб. Мы чувствуем, что мы часть их коллектива, успешно сотрудничаем и активно участвуем в совместных мероприятиях. Многое зависит и от родителей. Сегодня без помощи родителей никуда. Без них не обходится ни один праздник, ни одно мероприятие. Мы это ценим и очень благодарны родителям наших учащихся за их желание, активность и стремление сделать жизнь нашей школы лучше, ярче и интереснее. Школа номер 15 – школа, где соблюдают традиции. Свидетель того, как первоклассники становятся выпускниками, как меняются поколения, и вчерашние школьники приводят сюда своих детей. По школьным кабинетам бегает счастливое время. Знания даются как никогда легко. Большой портфель – не помеха, а забава. Перемена – долгожданное событие, а булочкой столовой – самое вкусное. Мы самые счастливые дети! Учителя – это наша семья, которая готова поддержать нас в сложную минуту, помочь словом и делом. Это наши вторые родители, а иногда и первые. Все главное в судьбе человека начинается со школы. Каким ты будешь в школьные годы, таким и будешь в последующей жизни. И это заслуга наших директоров. Возглавляли школу заслуженные работники народного образования: Молчанов Николай Григорьевич, Горбуненко Нина Ивановна, Рудакова Людмила Александровна, Лобанова Александра Васильевна, Просунко Эмилия Аркадьевна, Алявдина Елена Андреевна. С 2001 года школу номер 15 возглавляет Невская Татьяна Сергеевна, директор высшей квалификационной категории. Чтобы узнать жизнь нашей школы, можно не смотреть классные журналы, не читать отчеты и протоколы педсоветов. Достаточно просто перешагнуть порог нашей школы и посмотреть в глаза наших детей. Они все разные, лучистые, добрые, светлые, озорные, с хитринкой. Но главное, они все наполнены жизнью. Школа – это целый взгляд в мир. В мир, в котором творчески увлеченные учителя, родители, которые включаются в школьную жизнь, и, конечно же, наши дети. И мы верим, что несмотря ни на какие проблемы, трудности, перемены, которые происходят в жизни, мы вместе будем учиться жить в этом мире. И всегда глаза наших детей будут наполнены жизнью и будут гореть. Школа
школы. Такое простое, коротенькое слово, а сколько трепетных воспоминаний и ярких эмоций оживают в нас, перелистывая школьный альбом. Каждый из нас будет помнить всегда доброту и искренность своего первого учителя, старания и самоотдачу учителей в старших классах. Моя милая школа номер 15, как много ты дала своим выпускникам. Ты научила их быть мудрыми и самостоятельными, воспитала в них истинную любовь к отечеству, готовность реализовать себя как в профессиональной деятельности, так и создавать нежные и заботливые семьи. У каждого из нас своя школа, и каждому она дает тот багаж, который остается на всю жизнь.